Ну вот и все. Я в России. Вон граница России-Эстония. А я иду вперед, вглубь России. Что вы думаете, пока я тут валяюсь, значит, в ходнике и думаю, как выйти в Питер в жару, тут он еще началось внезапно, абсолютно внезапно. Только что было солнце, и вдруг вот так вот. Набережная обводного канала. Обводной канал, ребята. Обводной канал. Вот какой. Вот это речка Фонтанка. Да. Так. Дождь идет. Вообще просто. Питер, настоящий Питер. Ну что, не надо было жаловаться на жару. Мне так лучше дальше. Вот. Значит, вот это набережная Фонтанки, вот та улица. Вдоль Фонтанки, да? Вот он, мост этот. А вот стрит-арт. Смотрите, какой красивый. Такой раз цветочек. Что это написано? Лёша? Интересненько. И вот еще раз Фонтанка, набережная Фонтанки. И вот здесь вот мы идем, такой дом. Я не поняла, что это за дом. Какая архитектура интересная. Что это такое? И идем дальше. А вот это Калининский скверик. Маленький такой треугольник. Римского-Корсакова, и речка там называется канал Грибоедова. Вот такой милый мостик есть. Еще на центр. Это к Мариинскому театру. Посмотрите, какой дом черный. Вот это вот Никола Богоявленский морской собор. Было написано в Google Map картах. И его скверик рядышком. Вот. Очень красиво. Очень приятно. Ну и улица. Вот тут черный дом. Ну, темно-серый, скажем. Вот такая вот архитектура везде. Боже, ну он грандиозен, этот Питер, я не знаю. Грандиозен. Ребят, я сейчас стою на Харламовом мосту. Это канал Грибоедова. И вот здесь вот, вот здесь вот, по Достоевскому жила старуха-проценщица. Вот в этом доме желтом. Вот они, львы-красавцы. Да. Как итальянцы искали, да? Клад-то под львом. Вот они, красавцы. Вот так вот. Небо очистилось наконец-то. И показался красивый-красивый закат. Вот он. Сейчас пойду на набережную, посмотрю этот закат. Вот, я пришла на мойку. Речка так называется, мойка. Такой вот закат. И вон там.
там уже видно Исаакиевский собор. Вот, вот тут такое здание интересное, советское. Что это такое? Смесь истории, да? Называется Дворец культуры работников связи. Так, вот он, мой красавчик. Исаакиевский собор. Ребята, он очень похож, но для меня лично, на Сан-Полс Кафедрал, собор Святого Павла в Лондоне. И вот два моих любимейших собора. Это Исаакиевский в Питере и Сан-Полс в Лондоне. Вот он, красавец. Прелесть. А дождь кончился. Вот так выглядит Питер в данное время. Вот он. Боже мой, красавец. Аж дух захватывает. Какой ты красивый. Боже. А что тут у нас? Комитет по культуре Санкт-Петербурга. Моя прелесть. Просто вообще. Питер, какой ты красивый. Так, вот, в общем, вот это здание, Сенатская площадь, один, да? Это здание разделяют сейчас президентская библиотека и Конституционный суд России. Вот, поэтому там флаг висит, это государственное здание. Вот, и это раньше был Сенат, да? Сенатская площадь, логично. Вот. Вот он, пожалуйста, медный всадник. Собственно, Сенатская площадь, вот она. Там сейчас сквер, а раньше там была площадь. Вот, и, собственно, вот, да, вот Нева. Вот она, Нева. Я иду. Немножко уже закат прошел почти. Но все равно еще чуть-чуть есть. О, боже мой, какая красота, вообще нереально, боже, просто Сенатская площадь. Боже, сколько историй в этом городе, с ума сойти. И, кстати, я никогда не была в ночном Питере, никогда ночью не ходила. И вот она, Английская набережная, вот он, Сенат. И... вот, это Сенатская пристань, сюда прибывают кораблики. А это Академия искусств. Вот этот дворец, это Академия искусств. А дальше, а вот это дворец Меншикова. Вот. Дворцы, дворцы, дворцы. Везде дворцы. Вот она, Сенатская пристань. И Нева. Вот это здание СПБГУ, да? Я так понимаю. А вон Петропавловская крепость. Да. Вот через дорогу снова медный всадник. Я никак не уйду отсюда, меня завораживает это место просто. Ну и что вы думаете? Я решила на последние 1000 рублей поехать просто на кораблике кататься по ночной Неве. И все. Вот он, кораблик. Едем. Красота. Вот он, Эрмитаж, свой дворец. Вот он, Сенат. Боже, какой он огромный. Центральное место архитектуры.
все. Вообще, посмотри. Вот интересно, это день рождения чей-то или какой-то праздник государства? Он не государственный, конечно, а может быть муниципальный, не знаю. Боже мой, как круто! Смотри, еще один мостик. О, смотри, глинтвейн. Очень низко. Вообще просто. Мрамор, это чистый мрамор. Оказался отрезанным от дома на ночь. Даже в исторической части города неприятно. Некоторые петербуржцы до сих пор верят, что перила Дворцового моста были украшены изображениями двуглавых орлов, и что после революции эти перила были сброшены с моста в Неву. Я так понимаю, что переулок — это что-то маленькое, узкое, да? Но в Петербурге переулок — это вот. Как вам такой расклад? Вот и все. Вот это переулок, Кузнечный переулок, да? Переулочек такой маленький, коротенький. Красавчик. Исаакиевский собор. Да. При свете дня.
вам Санкт-Петербург с воздуха. Красивый. Там где-то Петергоф видно. Финский залив. И я лечу в Саратов.